Всем привет! Продолжим работу над коалицией СВ. В этом видео речь пойдет о смывке. В предыдущем видео я сделал высветление и затемнение с помощью масла. Результат вы можете видеть на экранах. Перед нанесением смывки модель необходимо покрыть глянцевым лаком. Я использую для этого футуру. Модель покрываю несколькими тонкими слоями. Обычно это 3-4 слоя. Футуру использую из банки. Ничем не разбавляю. Она и так жидкая. Модель глянцевым лаком перед смывкой, но лучше это сделать, так как по глянцевой поверхности смывка растекается лучше, чем по матовой или полуглянцевой поверхности. Вместо футуры можно использовать глянцевые акриловые лаки от Tamiya или Ganze. Я не всегда покрываю модель глянцевым лаком перед смывкой. Иногда в базовый слой краски добавляю несколько капель глянцевого лака. После нанесения глянцевого лака модель, как правило, становится темнее. Бояться, так как дальнейшие манипуляции вернут все на свои места. Решил попробовать смывку от Amamiga темно-коричневую. Не очень она мне понравилась, так как слишком густая, и ее необходимо разбавлять. Пришлось использовать старую добрую смывку от MIG. Кстати, смывку можно сделать самому. Для этого используются масляные или эмалевые краски. Для всех оттенков зеленого лучше использовать темно-коричневую смывку. Для нанесения смывки я использую тонкую круглую кисть, размер 1 или 1,5. Смывку наношу
едва касаясь выступающих элементов. По глянцевой поверхности она растекается сама во все углубления. Главная цель смывки – сделать пластиковую модель более объемной. Как только смывка подсохла, излишки необходимо удалить. Для этого можно использовать обычную кисть, смоченную в white spirit, ватные палочки, либо спонж. Вот эта штука
называется аппликатор для теней. С помощью него можно легко и быстро удалить излишки смывки. Не рекомендую для удаления излишков смывки использовать ватные палочки, так как от них остается ворс. Thank you.
На этом на сегодня все. Не забываем подписываться, ставить лайки и писать комментарии.